Сегодня в 2 часа дня должны были забирать тираж листовок, то есть нам в итоге все-таки удалось найти типографию, которая нам согласилась их отпечатать. И буквально 15 минут назад из этой типографии позвонили Алене, координатору штаба, она заказывала листовки, и сказали, что силовики забирают весь тираж. Я была уже на подъезде, собиралась, собственно, сам тираж забирать, не успела. И подъехала, и директор мне вот показал протокол осмотра помещения. Значит, он сказал, что приходила полиция и забрала весь тираж листовок. Он назвал фамилию Петров, это из центра Э сотрудник, собственно, который имел отношение к допросу наших студентов после митингов. И они забрали весь тираж листовок, все 10 тысяч, чтобы проверить на экстремизм. А чем мотивировали? Ничем. Ну, то есть, как бы, директор вот развел руками и сказал, что вот, пришли, забрали. Осмотрели помещение, вот часов 12 они пришли, осматривали и забрали весь тираж. Прибыли сотрудники милиции, сказали, что есть заявление о нахождении у нас каких-то материалов. Провели осмотр, изъяли материалы, все. Чем-то мотивировали они? В смысле, ну, есть заявление от граждан. А что в заявлении вам не сказали? Ну, я так понимаю, что не принято показывать заявление, да? Ну, мы печатаем различные политические партии, но опять-таки в рамках закона. Это обычный коммерческий заказ, в котором есть заказчик, есть договор. Согласно договору, ответственность за содержание макета несет заказчик. Поэтому мы просто его печатаем так же, как для остальных коммерческих заказчиков. Мы не можем проводить экспертизу, что находится